Это Китай, детка. И вот посылочка с Китая. Здесь, по идее, электронная зажигалка, которая шла ко мне очень долго, 45 дней. Трек номер ее вообще не отслеживался. Стоимость данной зажигалки $2. Сейчас мы ее разрежем, распечатаем и посмотрим. Достаем. Вот такая вот упаковочка. Ой! Как резко все выпадает. Я этого не ожидал. Так, смотрим. Здесь буковка S. Так, все. Все некрасивое с кадра уберем, чтобы не отвлекало нас. По идее, нажимаем сюда. Это как бы подзарядник. Какой-то он под наклоном. И не выравнивается. Нажимаем. Это типа закрытая. Вот так вот. О, открытая. Спиралька нагревается внутри там. И сейчас попробуем. Спиралька потухла. Наверное, она разряженная. А, кажись, я понял. Получается, мы когда ее хопа, оно нагревается, подкуриваем, и через определенное время она тухнет, чтобы спиралька не перекалилась и не перегорела. А ну давайте еще раз попробуем бумажку запалить. Запалить-то огня не получилось, но это нам и не надо, потому что суть данной зажигалки чисто прикурить сигарету, хоть я не курящий, но так заказал чисто для интереса. Подарю, наверное, кому-нибудь из тех, кто курит. Размер зажигалки: высота 79 мм, ширина 28 и толщина 16. В принципе, размеры обычной зажигалки. Только в данной зажигалке не кончается газ, вам только придется заряжать ее через USB. Полное время зарядки данной зажигалки примерно 2-3 часа. Одного заряда в среднем хватает на 200 прикуриваний. И то, как часто вы будете заряжать эту зажигалку, это уже зависит от того, как часто вы курите. Ну а я вообще призываю не курить, курить это вредно. Так что, ребята, все некурящие, ставим лайки. Всем спасибо за внимание, всем пока.